représentant le Japon. Япония с Тацуки Матида стремится в финал, и есть у меня серьезные подозрения, что этому стремлению мало что или кто сможет помешать. Хотя раньше времени все-таки отправлять его в Барселону не будем. Очень хорошо выступил Тен, блестяще для себя откатал Меньшов, пусть и получил значительно менее высокие оценки за компоненты. Так что Матиде еще нужно здорово постараться. Хорош Матида в том, что касается начальной стадии короткой программы, и прыжковые элементы, в частности, каскад 4-3 и аксель в 3,5 у него очень хороши, но потом начались у него сложности с вращениями, в частности, за комбинацию вращений, стоящую сразу после прыжков, он получил только первый уровень сложности. На Луц коснулся льда рукой, и то, что этот прыжок был исполнен во второй половине программы, фактически помарка все съела, но в любом случае Матида, естественно, в тройке, вопросов никаких. Но вот вопрос только, выше он Меньшова или нет. Компоненты, конечно, у него побольше, имя у него погромче, и пусть это не совсем правильный подход, но этот подход широко используется в фигурном катании уже не первый год. Прокат у Меньшова почище. Уже сейчас я могу вам сказать, что знаете, кто получил самые высокие оценки за каскад 4-3, при том, что его исполняли 4 человека. Помимо Меньшова, Матиды, еще Шафик Бесивье. А 4 ли? А не трое ли? У Макса не получился. У Тена четверной тулуп был одиночным, в смысле сольным. Ну, в общем, не суть, даже не четверо, а трое только исполняли 4-3.
И самые высокие, самые тогда не так скажу, самые низкие оценки за каскад 4.3 из троих исполнивших получает Тацуки Матида. Ему отрисовали не так хорошо, как Меньшову и Шафику Бесигье за этот технический элемент. При базовой стоимости 14.4 россиянин и француз получили еще по 1.5 балла надбавки, и на выходе получилось 15.83. У Матиды плюсов чуть меньше за каскад 4.3. Так, ну все-таки второй Тацуки Матида. Больше балла он выигрывает у Константина Меньшова. Что же, есть повод теперь на 100% отдаться катанию произвольной программы и постараться в ней не ошибаться.